друзья, всех приветствую, Лига АБЛ Дивизион Изи. О, сразу матч у нас активно начинается. Мемфис Хасл встречается. Против спартанцев. Ну и Хусинов забивает первые очки. Забивает первый из Шипилов. Второй тоже забивает. 4-0. Хотя, но если смотреть на ростер, да, игроков, то все равно все люди, как Климина, будет побольше, конечно, минут. Загружает Хусинова уже под кольцом. И Хусинов очередные два очка забивает. Громов. Хафиз, но все-таки не Климин. Все находит уже Овсянкина. Под проход пошел Овсянкин. И как засасывает мяч кольцо у Евгения. Красиво было. Ладенков. Ой, что это было от Ладенкова? Какой-то фокусник. И Хафизов не засасывает мяч. Голенцов. Хороший ван. За ним наблюдать. Это вообще опасная угроза. В чемпионате Изи. Ну а тут я похвалил Голенцева. Как он прозевал этот момент. Точнее, Салахов был, вышел вместе с Гусовым Андреем. Забивает Горяйнов. Достал, сыграли. Кашуп. Ой, как технично и как нож сквозь масло буквально прошел. Бегали Чайка дальше. Климин. Ну и Голенцев мажет. Голенцев забивает. Три подбора. Кашу. Забивает два. Из-под кольца Кашу. Ну, очень хороший Виталий. Шипилов. Второй тот же Юзу. Плюс два. Так, за боковой опять Салахов, Филатов. Вторая попытка. Булат туда. Плюс одно для Мэтта Скаса. Машет Кашу там со средней, ну и тут быстро атак Чайка. Забивает копейку кольца Павел, но скидка была целая. Кашу. Очень быстрый Кашу. Фол. And one. От Виталия. Минус одно. Кстати, просто передачу надо отдать. Голенцев на Чайку. Чайка со средней бьет. Чайка. Забивает два. Плюс. Кашу. Окружает уже Громова. Громов. Ой, как красиво-то выиграл был. Вау. Вот это да. Хороший был. Лоялся. Не попал в штрафные, к сожалению. А тут Горяйнов с мячом. И со средней пробивает Горяйнов. И плюс одно, тем не менее. Забивает. Хафизов. Два, ну и... Кашу. Очень быстрый. Очень быстрый Кашу. Вот это да. Климин. Дальше Хафизов. Кучноватый. Блок забили. Блок забили спартанцы. Плюс одно. Хусинов. Трешечка из угла. Туда. Забивает 7 очков у него. Владение в итоге Климин.
прописан со средней, благодарит там именно. Видимо, за передачу. Соски совершает, но не точно, оказывается. Бывает уже Шипилов из-под кольца, плюс 8 только разница у Лисяйнова. Дальше Салахов. Кашу. Пошла атака за Салаховым. Влад, трешка от него. Бэм, сюда Салахова. Капизов на перехвате отрабатывает. Легкие очки забивают. Хафизов. Так, Хафизов еще. Много полезных действий. Шипилов. Забивает два. Реализации проблемки Салахов. На Горяйнову. Забивает два. Владенков. Находит Хафизова. Со средней бьет Ренат. 11 очков 7. Работает партнеров Филатова. Находит, но не доходит. Это скидка. Хафизов. Отличная передача на Шипилова. И восьмая скидочка. О. И Салахов. Трешка. Куда Салахов? Остановите. Находит Хафизова. В итоге Климен из угла дальше. Вачка Шипилов. Климен. Дальше в угол на Хафизова. Трешка от него. 8 ассистов. Тут потери в итоге возникают. Хафизов убегает. М2 от Хафизова. Вернемся в четвертую. Ренат. Ну, благо там подбор опять за спартанцами. Загружает уже Голенцева против Горяйнова. Голенцев. Хафизов атаку разгоняет. Отличная скидка на Голенцева. Ну и девятая передача уже для Хафизова. Ну, еще Климен. Находит Голенцева. Шипилова, точнее. Сбивает. Хафизов. Дальше. Голенцев. Ну и забивает два очка уже Шипилов. Кашу. Хафизов первый. Знает Хафизов, 21 очко. Забивает Булат уже из-под кольца. Это плюс 22. Дальше загружает уже Голенцева. Голенцев! Забивает два. Чайка тут же на перехвате отрабатывает. Хафизов из-под кольца, здорово. Благодарит там Чайка за передачу. Голенцев, здорово. Ну тут 2 в 1. Можно разыграть Шипилова. Шипилов, N2. Шипилов. Ну вот. Салахов. Хорошая трешка еще от Салахова, но 4 трешки. Дальше Чайка. Отлично, скидка уже на Ладенкова. И трёшка от Кусинова, тем не менее, Кусинов сегодня все-таки немного Мэфис могут навязать борьбу, а тут Кусинов еще очки забивает.